Всем привет! Сегодня хочу показать вам обзор на замечательную книгу «Большую энциклопедию вышивки» Английской королевской школы вышивки. Эта книга просто гигантская, посмотрите, какая она здоровая, и в ней столько информации. И она даже сама по себе настолько красивая. Вот, может быть, камера не передает, но вот эти цветы вышитые, они все как будто действительно вышивкой сделаны. Очень красиво оформленная книга в толстом переплете. Это полное руководство по стежкам, техникам и проектам. Здесь и якобинская вышивка, и вышивка по канве. Blackwork, шелковая теневая гладь, золотое шитье, объемная вышивка, английская белая гладь, вышивка бисером и многие другие техники, небольшие мастер-классы. Очень интересно обо всем рассказано. Ну, конечно, я ее не прочитала, потому что времени, как всегда, не хватает, но я периодически перелистываю. Она настолько красиво оформлена и приятная, даже вот по тактильным ощущениям, такие листы бесподобные. Но она такая тяжелая, посмотрите, сколько у нее листов, и даже вот как она красиво по цветовому оформлена. Здесь можно запомнить, какой цвет, какая вышивка, вид, стиль, и очень красивая. Вот, ну, настолько все расписано, каждый стежок, каждый какой-то метод, все расписано, как запялить, как оформить под каждый вид. Если кто-то этим занимается, можно на подарки дарить эту книжку. Мне она тоже была подарена, я сама выбрала этот подарок. Настолько бесподобно. Просто здесь столько всего, можно рассказывать и показывать. Ну, конечно, ее нужно читать, смотреть, читать. Можно по очереди, можно где-то какой-то вид вам не нравится, перелистывайте, читайте другое. Вот посмотрите, сколько техник, рельефно-тамбурный шов с настилом, тоже редко где показано. Ну, здесь, конечно, много всего. И вот такие энциклопедии, вообще я энциклопедии не очень люблю, мне кажется, все в них, все подряд, но и как бы вроде как не нужно, но в этой энциклопедии очень много чего собрано, хотя не все энциклопедии, вот по вышивке очень много, я увидела энциклопедии, которую можно было в библиотеку взять, мне они очень понравились. Настолько так все сделано, оформлено, и много техник можно почерпнуть. Конечно, не все. Что-то, например, большую часть я там что-то знаю. Вот это вот на обложке. Это вышитая картина, очень красивая. Но для меня очень здесь много было то, что для меня открытием было. Всевозможные лайфхаки, какие-то интересные методы. И в вышивке, и в стилистике, и в художестве. Ну, здесь, в общем, много-много можно почерпнуть. Но самое главное, это вот красота этой книги. Вот я очень люблю книжки в толстом переплете. Обязательно, чтобы они были на хорошей бумаге. Пусть это будет дороже, но я понимаю, что я могу много раз пользоваться, перелистывать, какой здесь переплет. Как сделано, и мне кажется, ну не знаю, что нужно, чтобы это все сломалось, порвалось. Поэтому книжка великолепная. Кому такая тема интересует, можно с удовольствием покупать. И самое главное, на подарки. Себе такую книжку не каждый купит, потому что она не сильно дешевая. Но зато можно ее на подарки. Это превосходный будет подарок рукодельнице, мастерице, которая любит этим заниматься. Для меня тоже было. Вот раньше никогда не думала, что для меня книга станет подарком, от которого буду очень рада. И вот сейчас я понимаю, да, книга это все. Особенно по творчеству, то, что вот мне нравится, чем я увлекаюсь. Я очень рада этим книжкам. Вот такая вот интересная книга. Вот здесь вот уже бисер пошел, оглавление, конечно, есть. И все можно посмотреть. Интересно, начинается прям очень интересно. Рассказано про эту королевскую школу искусств. Это не просто, понимаете, здесь же собрана именно информация из королевской школы вышивания. Кто ее как называет? Королевская школа искусств, вышивания. Очень интересный факт. Я была просто удивлена про эту школу. Что, как это вообще
все происходит у них там, как они вышивают, какая у них работа, как вообще они сдают экзамены, там, ну, столько всего, и все вот это сборник именно с этой школы. Поэтому здесь уникальные работы, можно почерпнуть что-то, переделать свой, на свой лад, и будет очень интересные творческие какие-то работы. Вот такая вот книжка, большая энциклопедия вышивки, английская королевская школа вышивки. Так вот она смотрится. Она есть в продажах, правда, не всегда, иногда она пропадает, но частенько она появляется. Поэтому приобретайте, всем советую. Спасибо, что смотрели мое видео. Всего вам самого хорошего, до новых встреч!